Новость последних минут. Министру иностранных дел России позвонил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Говорили о Венесуэле. Сергей Лавров осудил американские угрозы в адрес ее законного руководства как неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства и грубейшее нарушение норм международного права. Противники действующего президента, которых поддерживает США, пытаются доставить Венесуэлу гуманитарную помощь. Это используется штатами как предлог для разрушительного внешнего воздействия. Оно не имеет ничего общего с демократическим процессом. Только сами венесуэльцы вправе определять свое будущее, подчеркнул Сергей Лавров.